Спецтранспорт Одинцовского ДРСУ все лето участвовал в содержании и уборке городских улиц. Весна стартовала в районе с мытья Можайского шоссе особыми дорожными шампунями. Этой же процедурой теплый сезон и заканчивается. На главную транспортную артерию столицы нашего района вышла колонна поливальной техники. Это завершающий этап прошедшего летнего сезона. И сегодня уже и дороги, и предприятия, да и весь город готовится к предстоящей зиме. Вы же понимаете, что и масла, все это надо смывать, готовить для того, чтобы дороги лучше служили в зимний период. Специальную жидкость для мытья дорожного полотна в народе именуют шампунем, и это название недалеко от истины. Состав концентрата рассчитан на то, чтобы вымывать грязь и спор асфальтового покрытия. Помимо ежедневного полива улиц, в течение лета сотрудники ДРСУ занимались ремонтом дорог и уборкой проезжей части, собрав за сезон более 5000 кубометров взмета. Я вам скажу так, вот просто понимаю, что это город. Один день пылесос не походи, сразу это все видно. Мусор, окурки и тому подобное. Поэтому, пользуясь случаем, прошу каждого жителя, будьте внимательны к мусору. Сегодня сезонный полив улиц уже завершен. Завершается и подготовка к зимнему сезону. Температура воздуха стремится к нулю. Помня о прошлом сезоне, особенно тщательно проверяют снегоуборочную технику, создают запасы противогололедных реагентов. ДРСУ готова принять участие в борьбе с сугробами. Пока еще аукциона не было объявлено, я надеюсь, что в ближайшее время это будет. Конечно, мы будем участвовать, будем стараться, чтобы победить. Ну а жителям, те, которые верили в нас, спасибо огромное прежде всего. Ну, а мы постараемся уже не обессудьте, если где-то что-то не получается, не от того, что не хотим. Просто, наверное, прошлый год была катаклизма природы по снегу такая, что я, честно говоря, вот работаю уже длительное время, я такого не помню. И разово это все выпало, было очень, конечно, тяжело. Но надеюсь, что мы как-то справились. Говорят, что зима всегда приходит неожиданно. Это правило верно не для всех. Одинцовская ДРСУ уже сегодня практически готова к снегопадам, сопоставимым с прошлогодними. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».